Здравствуйте, меня зовут Зосима, и я приглашаю вас на занятия по владению казачьей шашкой. Важная составляющая работы с казачьей шашкой – фланкировка. Новый, быстро развивающийся вид телесно-ориентированных и психофизических практик. Владение шашкой, оружием наших предков, связывает нас с памятью рода, позволяя ей проявиться в нашей сегодняшней жизни. Ведь шашка – это оружие свободного человека. Чем еще могут быть полезны нам занятия фланкировкой? Постоянная наработка взаимосвязанных движений тренирует мозг посредством построения новых нейронных связей, что повышает нашу интеллектуальную составляющую и препятствует процессам старения, укрепляет психику и стрессоустойчивость. Воздействие элементов фланкировки на опорно-двигательный аппарат несет нашему телу свободу от внутренних зажимов, развивает связки, сухожилия и мышечную ткань. По эффективности такого воздействия занятия фланкировкой могут с успехом заменить вам фитнес. Легкость движения в пространстве, высокая скорость реакции в принятии решений, возможность выразить себя в грации движений с оружием. И это далеко не полный перечень всего того, что может дать человеку работа с казачьей шашкой. Вы почувствуете это сами, если только в вашем сердце загорится искорка любви к этому искусству. Не могу не выразить благодарность тем людям, у которых я учился и учусь владению клинком. Во-первых, это мой первый тренер Станислав Тимофеев, у которого я изучал курс фланкировки с самых азов. Благодаря его таланту преподать материал максимально доходчиво и понятно, мне удалось освоить отличный видеокурс Станислава за весьма короткое время. Используя многочисленные видеоматериалы, выложенные на интернет-ресурсах Натальи Копыловой Русли, я продолжаю осваивать оригинальные элементы, выполненная неповторимым почерком этой удивительно талантливой девушки. Ольга Караготская – одна из самых первых мастеров среди женщин в работе казачьей шашкой в современной России. Ее вклад в развитие фланкировки огромен. Я также пользуюсь видеоматериалами Ольги во владении этим искусством. Ну а мастерство фехтования на шашках я постигаю благодаря прекрасным работам и дельным советам Анатолия Богоевского-Мельникова. Сам в прошлом фехтовальщик, ныне Анатолий, очень успешно обучает молодежь. Его воспитанники показывают стабильно высокие результаты в различных соревнованиях по фехтованию казачьей шашкой. Я непрестанно нахожусь в процессе обучения и постижения нового.
новых элементов, новых связок, нового видения работы шашкой. И я приглашаю вас вместе со мной овладевать этим прекрасным, грациозным и удивительным искусством. Это дает мне наслаждение от работы с телом, спокойствие ума и радость. За радостью и следую.